Скотинушку, всю животинушку в поле, да за лесом, в лесу за горами, за широкими долами. С таким приговором наши предки встречали Ярила Вешнева. Красивый, шумный и очень весенний праздник. Эй, Ярила, пробудись, ярче солнце разгорись. Ярилу встречали с дубинкой. Ритуал назывался коловращение. В старину так разгоняли солнце, чтобы светило ярче. Праздник весны наши предки отмечали сразу после первой зелени. Из-под земли появляются ярилины копья, всходы травы. Вот это называется ярая зелень, ярь. В это время уже народ готовится к яровому посеву, то есть посев после яри. Чтобы угодить Ярили, мужчины демонстрировали свою силу. У всякого бога есть область, которой он представлен наиболее ярко. Бог Ярила – это бог производительной мужской силы. Находиться в состоянии яри, силы, ярости, энергии. Наши предки устраивали кулачные бои, сражались на мечах, например, таких, двуручных. Юноши показывали удаль в танце. У каждого притопа-прихлопа был особый смысл. Чем больше коленцев мужчина демонстрирует в танце, тем больше он разнообразие продемонстрирует в соответствующей дивной ситуации. Вот эти все движения отбивы, они не случайны. Каждый удар должен выбивать нечистого духа из того органа, по которому человек бьет. Еще в это время было принято выгонять скотину из хлева. Поскольку в южных губерниях уже припекало, а на севере еще лежал снег, наши предки шли на хитрость. В первом случае, когда уже давно пасутся, их на ночь все равно загоняют и поутру выгоняют, как будто в первый раз. Вот. А далеко на севере их на короткое время выгоняют и загоняют обратно. Фермер Алексей чтит традиции. В Ярилин день выгоняет на поле коров. За зиму животные отвыкли от прогулок. Приходится брать быка за рога. Весна в этом году запоздала. Кое-где еще белым-бело. Постепенно коровы приходят в себя. Снег — это странно. Снег — это в принципе неплохо. Снег — это замечательно. Они очень радуются, когда их выгоняют на свежий воздух. Они прыгают, подбрасывая задние ноги вверх, ставят хвост трубой. Куча эмоций, когда они так радуются, они дают больше молока. По словам Алексея, все животные на ферме чувствуют весну. Куры несут петух. Даже и те чаще хрюкают. Может, тоже отмечают Ярилин день. Дмитрий Вишкевич, Наталья Мальцева. Ой. Первый канал.